Карантин закончился, и я вернулся. Привет всем любителям кино, на связи Тимур, и это уже 217 выпуск Тикетон Лайв. В этом выпуске вы узнаете все самые главные кинопремьеры, ожидаемые топ-события и все кассовые сборы за прошлую неделю. Присаживайтесь поудобнее, а мы начинаем. И первый на очереди фильм «Гнев человеческий». Загадочный и холодный джентльмен Эйч всего лишь кажется таковым, ведь внутри у него бешеная жажда справедливости. Поддавшись своей жажде, он решает внедриться в инкассаторскую компанию, чтобы выйти на участников многомиллионных ограблений, потрясших Лос-Анджелес. В этой запутанной игре у каждого своя роль, но под подозрением оказываются все. Но всех виновных обязательно постигнет гнев человеческий. 20 лет не снилось. А я человек гневливый. Гнев человеческий. Интересный, конечно, фильм, но интереснее этого фильма может оказаться только следующий. Фильм под названием «Великий». На дворе 70-е. Журнал Life дает задание Юджину Смиту, военному фотографу, чтобы он вернулся в Японию. Там, в небольшом городке Минамата, разворачивается жесткая экологическая катастрофа. И именно оттуда сделает репортаж, который потрясет весь мир, снимет величайшие кадры в истории фотографии и пройдет трудный путь преодоления и познания себя. Но она забирает и часть души фотографа. Джонни Депп. Все, что мы можем сделать, сукин сын, это не закрывать глаза на правду и бороться до последнего. Великий. Помимо премьер фильмов, мы также подготовили для вас топ ожидаемых событий. Хотим напомнить, что билеты на самые ожидаемые события раскупаются очень и очень быстро, так что скорее к нам на сайт. Первая в очереди у нас не просто оркестра, которая представляет саундтреки «Наруто» и «Аватар». Вас ждет колоссальный живой звук в исполнении симфонического оркестра из смешанного хора под видеоряд из лучших моментов. Этот концерт – настоящий подарок истинным ценителям музыки и аниме. Оркестр не просто оркестра, это союз талантливейших и преданных своему делу музыкантов, которые при взмахе дирижерской палочки перенесут вас в мир звуков, оказавшись в котором вы захотите возвращаться туда снова и снова. В составе оркестра музыканты-солисты, имеющие звания лауреатов республиканских и международных конкурсов. В список самых ожидаемых событий также попали «Дон Кихот», «Астана Опера», «Стендап» Сергея Орлова, группа «Нервы» в Алматы и «Ойхым Кельмейте». Ну что же, надеюсь, мы помогли сделать ваш выбор хоть чуточку легче. С вами был Тимур, программа «Тикетон Лайв». До следующего четверга.